Думаю, я могу это себе позволить. И постучать могу. Вот так вот. Сильно-сильно. Как будто как отбивные отбиваю. Понимаете? Ой. Поели немножко. Да, сейчас чай попьем. Кофе. Барыня меня только понимает. И некоторые мои зрители. Мы же непорядочные. Непорядочных не надо смотреть. Но я непорядочный. Да. Дива, девочка моя! Ты где ты была? На базар я ходила, цветами торговала. Красивые петуни и гвоздики были. Господи. Прям не могу. Прям тема идет. Да, девочки, мальчики? Я же очень бедная была. Я же очень-очень жирная была. Ой-яй-яй-яй-яй. Ой, девочки. Препячки! Я кто-то! Как еще хрюкать не научился? Ну, я ж не свинья. Может быть, где-то я свинья, а может быть, не где-то. Да. Мы такие. Не падай только. Не падай, старушка. Где твоя маленькая раскладушка? Бабушка! Бабушка! Чё? Чё, внучок? В чём проблема, внучок? Бабушка, я вареников хочу. А, иди купи. Бабушка вареников не делает. За бабушку делает магазин. Девочки, мальчики, магазин. Пятерочка. Да, девочки, мальчики, пятерочка. Ходила я в пятерочку за пельменьками. А там такая, только одна соя продается. Ой. Холодненько сегодня-то была. Что же делала она? Девочки, мальчики, вот мои стримы. Девочки, мальчики. Стримы придурочного скорпиона. Вот так название надо. Скоро я переименую канал «Придурочный скорпион». Да. И вот я так думаю. И тогда народ не будет заходить ко мне. Не, и то зайдет. И то я, бля, плохим буду. Девки. Как одна говорила, девки! Ну-ка, спляжу, я тут ляжу. Легла, то есть... Пнула всех отдыхающих и пошла спать дальше. Ну, просто не постелила. Говорит, тут лежала там, кадушка. И зонтик такой стоял. Ну, лежал человек. Она такая посмотрела, ну, все лежаки заняты, ёб твою мать, говорит. Она такая берет. И это гамак, бляха-муха. Фыть! Ну-ка, говорит, спляжу. Я хочу, пойду лягу. И ложиться. Столкнула всех. И, короче, разогнала весь пляж. И легла. Говорит, вот, слава богу, я тут. Теперь я загорю. Вот, и стала загорать. Девка-дыра. Да, девка-дыра. Ну, такая вот, девочки, мальчики.